Когда к причалу Калининградского морского рыбного порта швартуется очередной рефрижератор с океанским уловом, за дело берутся докеры. Каждый час простоя обходится дорого, поэтому нужно как можно быстрее разгрузить трюмы, а там несколько тысяч тонн рыбы. Комсомольская молодежная бригада «Филатова» работает в счет 71-го года. Свою пятилетку ребята выполнили еще в декабре 69-го. У них не бывает выгодной или невыгодной работы. Всякое выполняется слаженно и быстро. В бригаде отлично организован труд. Каждый знает свое задание и, если нужно, помогает товарищу. И не только в порту на разгрузке. Большинство ребят учатся, готовятся поступать в институт. Знание помогает в организации работы, трудовая дружба в учебе. Плечом к плечу, на причале, вместе здесь, среди книг. Плечом к плечу и на тренировке, ведь играют они в сборной порта. Вместе они будут и в Ленинграде 22 апреля. Эта поездка — награда лучшей бригаде порта.